В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов лучший белорусский клуб сыграет с македонским Вардаром из столицы этой страны, города Скопье, Мирослав Вайс. Насытил центр поля наставник южан Илча Георгиевский. Три номинальных опорных хава. Восьмой Предрак Аранджелович, десятый Игорь Стоякович и 24-й Александр Тимелков выйдут на поле. Так вот, вчера он пытался предсказать стартовый состав своей бывшей команды. Георгиевский поиграл в Вардере и угадал почти на 100% за одним лишь исключением. Тем самым, я имею в виду выход Йована Костовского и отсутствие в стартовом составе Борча Маневского. Лучшим снайпером прошлого чемпионата Македонии пару минут сыграли команды. Счет пока не открыт 0-0. Навес в район 11-метровой отметки. И было очень-очень неприятно. Горбунов там, похоже, погорячился. Мог бы быть открыт. Чего нам, конечно же, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы завивал сегодня Баттер попытку провести контрвыпад. Выпад вчетвером атакует желто-синие. Удар поворотом издали. Удар довольно неприятный. Проверил бдительниц Захова Дмитрий Мазалевский. Но мяч улетел в сторону. Вернул мяч в штрафную. Дальше на Павлова. Отбросил Павлов мяч Олехновичу. Пробил Олехнович. Где мяч? Мяч не летит в ворота. К большому сожалению, он после рикошета отправился за ворота. Протолкнул мяч партнеру. Павлов. Хороший на вход в штрафную. И что будет? Голкипер покинул ворота. Бьет Поляков. Ой, бьет Павлов, простите. И Аличенко выносит мяч буквально с линии ворот. Всех уже в падении. Мяч убивал за боковую линию. Получилось неплохо. Поляков быстро играет с Виталием Родионовым. Родионов. Аличенко неотступно преследует нашего футболиста. Момент. Пробить некому. Александр Володько остались дежурить в центральном круге, охраняя форвардов Вардера. Навес в штрафную. Бардачев. Нужно забивать. Удар гол. 1-0. 1-0. Баты повел. Как вовремя это было сделано. Не был в офсайде Дмитрий Мазалевский, несмотря на то, что сигнализировал об этом арбитру Костадин Захов. Вот удар Бардачева. Честно говоря, не заметил я, задел ли мяч перчаткой Захов, но это и не так важно. И вновь Горбунов. Ой-ой-ой, нужно быть повнимательнее, тем более зная, что на поле мокрое. Вообще, теперь с Мазалевским. Лекторович, Павлов. Заметил рывок Полякова. Поляков. Володько! Может пройти Александр Володько. Напомним мы с двумя ударами на поворотом. И образом неплох был Костадин Захов. Гости мяч перехватили. Неплохая передача. Здорово подыграл себе футболист с македонского клуба. И счет становится 1-1. Вот такая хорошая атака наших соперников. И нигерийца. А мы смотрим. Тот неприятный для нас момент на 54-й минуте. Сильный пас. И не уследили за Костовским. Абсолютно Бардачев поборолся. Но до конца сражаются и балканцы. Передача в штрафную. Поляков играет головой. Момент возникает у ворот Горбунова. Дальний удар. 1-2. Мы уже уступаем. Такие пощечины. Ну, здесь, конечно, защитники могли бы повнимательнее отнестись к Астое Степановичу. Внимательно не получилось. Александр Володько обыграл легко. Чуть сместился на линии штрафной и овладевшим ударом правой. Радьков, Павлов. В центр ушел. Может пробить поворотом. Хороший удар Александра Павлова. Эх, чуть будет пониже. Мяч с мячом Батэ. Хороший пас Олехновичу. Олехнович! Володько, удар поворотом! Ведь можно было, наверное, еще немножко там. Наверное, 5 минут возлегания на поле вновь вышел на газон. Опасно, опасно, удар поворотом. К счастью, Горбунов. Еще один перехват. Концевой, навес штрафную. Родионов взмыл воздух. Олехнович! И вновь не попадает в створ ворот наш футболист. Желыч не сможет продолжить игру. Вот так вот налетел на землякан Семич, да еще и приземлился на спину
Ранджеловича неудачно для последнего. Так что пожелаем здоровья и удачи. Дошел мяч до правого фланга. Еще один навес. Родионов! 2-2! Ну, слава богу, хоть так. Побежали наши парни быстренько к центру. А может, еще удастся выиграть победу в этой игре. Давайте быстрее, парни. Время еще немножечко доимеется. Да, не так страшно. Хороший пас. И Родионов обрежает всех. И так подрезает мяч в дальний от Захова угол. Счет 2-2. Сбросил, хорошо бросил на игру Алехнович. Алехнович. Володько разворачивается, бьет поворотом угловой. Угловой Артем Кольцевой. Бежит к правому угловому флажку и раздвигается. Я думаю, угловой мы подадим точно. Еще есть время, на секунд 50, может быть, минута. Кольцевой. Бьет головой Родионов. 3-2! 3-2, Виталий Родионов! Вырывает победу для белорусского чемпиона. Айда Батэ, айда красавцы! Здорово, очень здорово. 3-2 в цель за спину Костадину Захову. Здорово пробил вновь от земли. Помимо Виталия Родионова и Оливье Тюаль наконец-то дал финальный свисток. Вот это да, вот эту концовку нам подарил прежде всего Батэ. И, к счастью, благодарим в первую очередь футболистов, одержал победу со счетом 3-2.